Главное управление гражданской защиты Московской области напоминает: пожар легче предупредить, чем потушить. Для этого гражданам в жилых помещениях следует быть внимательными и соблюдать простые правила безопасности. Использовать исправные электроприборы и отключать их при выходе из дома. Не курить в постели и не бросать окурки из окна. Не хранить на балконе легковоспламеняющиеся жидкости. Не оставлять детей без присмотра и объяснять им, что играть со спичками и зажигалками нельзя. Кроме того, при малейшем запахе газа не стоит включать свет и использовать открытый огонь. Необходимо незамедлительно проветрить помещение, выключить кран подачи голубого топлива и вызвать газовую службу. Если начался пожар, звоните в службу спасения по единому номеру телефона 112. Четко сообщите фамилию, имя, отчество, адрес и что горит.